Так, Венера, 17 апреля 2020 года, Харьков, 2051 по Киеву. Настройки, диафрагма 8, и там она автоматически ставится, меньше сделать не получается. Выдержка 1.25, фокусировка ручная, ISO минимальная 125, ветер зараза. Ну что, ну все равно это чуть не то. Засвет идет, хотя серпик виден, но было и получше у нас. Фокусировку может поставить, она сейчас стоит перманентная, попробовать покадровую. То есть, вот сейчас я буду ловить кольцом хуже, лучше. Не вижу этого четкого серпика. Все равно уж каких-то 100 пельках. Лады сейчас попробуем поставить. Кадровую автофокусировку.